Вот там он опять ручеек. Бегу, бегу к тебе, ручеек. Ну вот он стал поближе. Такая замечательная картина вокруг. Здесь он разделяется и пытается пробраться еще через вот эти камни. Красота. Вот и дальше. Прекрасный ручей Рубага, от которого невозможно оторваться. Тропа довольно-таки благоустроена. Вдоль ручья вот такой вот каменный мост, не по мосту даже, да. Ну, в общем, сделали нам так, чтобы был небольшой тротуарчик. Хорошо. Здесь можно ходить и с детьми, и со взрослыми. Молодцы. Куда ты пришла? Ну, наверное, дорога между камней идет, по крайней мере, я ее пока не вижу. Между камней. Вот такие великаны меня сейчас окружают. Красавцы. Пойду дальше. Вот такие вот дебри. Здорово. Не то под ноги смотреть, не то снимать. Сейчас вот еще немножко сниму и уберу. Буду идти спокойно. Вот какая красота. Вот так здорово. Нет, меня пускать никуда нельзя. Я все хочу снять и вам показать. Посмотрите, какое чудо. Прям бабьяги не хватает со ступой. Так, продолжаем. Вот, так, вот такая красота. До луны. Я же говорю, загадочный сказочный лес. Просто сказочный лес. О, кто-то идет уже назад. Вот оттуда я пришла, представляете? Топаю по камням. Ничего. Ну, и дальше примерно то же самое. Здесь вот цветочки. И тоже к сказочной красоте. Ну, дорогу зовет дальше. Еще красоту увидела. Пытаюсь запечатлеть. Вот она, когда лежит водичка. И на этой красоты поднимаюсь дальше. Должна же я сегодня все водопады преодолеть. Правда, мне сказали, что я там до 4 доберусь. Дальше у меня не получится. Ну, хоть сколько. Нашла вот такого красного берега. И до еще одной красоты. Вот она. Дальше мостик. Наверное, я буду сесть. Ну все, вперед. Ух ты. Хотела сделать селфи. А нажала на съемку. Ну, точно поснимай немножко. Там хоть совсем не убираю.
Так, ну и вот туда. Сейчас течет водичка, красивая, красивая. Никак до второго водопада не доскочу. Говорят, тут уже метров 100 осталось. Еще куда-то перепрыгала. Красота. Не стоит восхищаться. Водичка. Ну, каскадик. Здесь небольшой. А с той стороны вон какой. И гора, как будто из кирпичиков сложена. Совсем близко, совсем рядом. Как будто приносил какой-то великан. И складывал потихонечку, много лет на пыли. Ну, вернее, даже тысячелетий. И вот такая дорожка. Осталось 100 метров до четвертого водопада. Пошла дальше. Вот он, красивый водопадик. Так, третий водопад Рубада. До четвертого водопада Девичья коса осталось 150 метров. Добраться, что ли? А дальше вот такая дорожка. Вот ты мой, куда мы идем? Я неисправима. Нужно заснять. Все. Кто знает, приду я сюда когда-нибудь еще или нет. Вот оттуда пришла. Отчаяние.